Արելուս, Արելուս հայրի, սիրելի արցախցին է, ես ողջունում եմ ձեզ բոլորին, արդեն 48 ժամից ավելա, մեր մոտ շարունակվում է մեր իրավիճակը, և ես ուզում ասեմ իր սրտը, որ ես հպարտ եմ և ես դերետ եմ, ես տեսնում եմ իսկապես համախմբություն, ոչ մի կուճապ չկա, մարդիկ իսկապես պատրաստ են պայքարելու, և դա ինձ ոգևորում է շատ ուժեղ, ես կասկած չունեիս, հիմա ավելի եմ վստահվում, որ մենք հաղթելու ենք. Ես կուզենայի ամեն առավոտ ձեր հետ սենց միջոցով խոսեի, որտեղ գիտեմ, որ շատ հարցեր կա, որ դեզ հանգստացնում են, և մենք փորձում ենք ամեն ձև անենք, և այս միջոցով և տարբերուժ միջոցներով, որ մենք շփումը ավելի հաճախ անենք, որ դուք հստակ ունենաք ինֆորմացիա մեզանից, ոչ թե տարբեր բամբասակներից. Եվ այդ կարևոր է, որտեղ այս իրավիճակում մեր թշնամին օգտագործումը ամեն ձև տարբեր մեթոդներ, որ քցի ֆեյք ոչ ճիշտ ինֆորմացիան մեր դաշտում, կուճապ փորձի ստեղծի մեր մոտ, տարբեր ձևերի հույսեր են տալիս և բանդի համար, այդ կոմից շատ կարևոր մեր ձեր հետ կապը։ Ինձ ավելի հեշտ է ռուսերեն խոսել, ես նեղություն եմ խնդրում, բայց ինձ թվում է, որ կարևոր է, որ ոչ թե ինչ լեզվով, բայց որ իմ միտքը հասցնեմ ձեզ մինչև վեր ճիշտ ու չզգրիտ, որ դուք հասկանաք իմ կարևոր խոսքերը, դրա համար ուզեմ ռուսերենը ասեմ. Есть несколько очень важных вопросов. Вопрос номер один – все, что связано с топливом. Мы не знаем, как долго будет продолжаться эта блокада, мы не знаем, сколько времени понадобится, чтобы нам организовать доставку топлива, которым мы занимаемся. Поэтому мы ввели режим экономии для всех, в том числе для правительства и для всех государственных органов и учреждений. Мы оставили специальный режим только для специальных служб, для скорой помощи, для общественного транспорта, для тех, кому это необходимо. И режим экономии действует на всех чиновников, на всех. Нет такого, чтобы кому-то, какой-то группе было специальные какие-то привилегии. Поэтому поверьте, это так. И знайте, что у нас все будет очень прозрачно, открыто, и вы будете об этом всегда знать, что происходит вот в таких ситуациях, как мы принимаем решение. Вторая тема важная, это все, что связано с людьми, которые оказались разделенными из-за этой ситуации между Арцахом и Арменией. У нас есть несколько случаев, к сожалению, это разные группы людей, в том числе дети, которые поехали на Евровидение, дети, которые поехали на какие-то другие мероприятия. И, конечно, это самая непростая ситуация, когда родители находятся в Арцахе, дети находятся в Армении. Но я хочу вас заверить, что мы делаем все, чтобы они получили максимально хорошие условия, не только проживание, но в том числе и какие-то экскурсии. Я очень благодарен и мэру города Гориса, и всем тем, кто в Ереване помогает, тем, что этим детям обеспечиваются нормальные условия жизни, еще интересные. Есть люди, которые поехали на лечение, на какие-то другие проблемы, и не могут вернуться, у них возникли проблемы с жильем и деньгами. Мы хотим сказать, что мы всю эту информацию собираем, обрабатываем, и максимально быстро, оперативно решаем все вопросы, но, может, что-то мы не знаем, поэтому еще раз, те люди, которые оказались в такой ситуации, вопросы оказались в такой ситуации, пожалуйста, 119, это наш колл-центр, который сейчас работает в постоянном режиме, будет фиксировать все такие случаи, и спокойно мы будем обрабатывать и решать эти вопросы. Третье, конечно, все в ожидании, что будет дальше, какая ситуация, я хочу сказать, мы работаем, понимая, что мы не должны уступить, мы не должны сделать ничего, чтобы унизить наше достоинство. Мы готовы к нормальным конструктивным разговорам, мы готовы к нормальным переговорам, если это будет уважительно со всех сторон. Мы понимаем прекрасно проблемы, которые стоят перед российскими миротворцами, но тем не менее мы настаиваем, что дорога должна быть открыта, и это задача российских миротворцев обеспечить безопасность проезда наших граждан в Армению обратно. С другой стороны, понятно, что ситуация напряженная и любая провокация возможна. Хотел бы еще раз попросить всех не поддаваться на провокации, не поддаваться никаким слухам. Спокойно, сдержанно, как арцахцы умеют жить, работать. Мы живем в рабочем нормальном режиме, и мы обязательно, я уверен, сделаем все, чтобы эта ситуация разрешилась бы в нашу пользу. Спасибо вам большое.